Всем здорово, народ! Итак, мы с вами на рыночке. И я вам покажу сейчас одну витриночку. Расскажу, что тут есть. Пластиночки, резиновые всякие там, вон, молотки, монитор даже стоит, шарики, игра мячами кидать, вот тоже геймс, Facebook Games, гирьки, кроссовочки, кепочки. Вот эти у нас книжки какие-то там, наборы по $50, $49, $29. Кран есть, ботинки. Вот эти кофты надо развесить. Вот эти кофты надо развесить, у меня есть свободные вешалки. Дальше куртки, штаны. Винтажные могут быть, нужно проверять, дед хитрый был. Джинсы были какие-нибудь, Левайсы? Их надо проверить, джинсы. Они за 2500 продал чувак там один. Носки, перчатки, фонариков куча. Сумки винтажные какие-то. Игры вот тоже. Геймбойские, Nintendo. Каска, это бомбическая. Ты каску нашел-то в итоге? $300. Я же тебе говорю, 300 она стоит. Ее на eBay надо выставлять лучше. Вот на эту зарядку надо найти. Type-C там, по-моему, обычная, да? Вот ящик сейчас откроем, посмотрим, что здесь ящик, давайте. Пустой ящик. Пиво. Библия, я не набралась? У меня 500 не набралась даже. Кресты. Вот эти подписанные. $72. А? Ну, так они, да. Ну, слушай, в пятницу, по-моему, или в четверг 35 у них, по-моему, стоит. Дальше. Вот. Бижутерия здесь. Часы. Очки по доллару, по два. Очки вот эти, короче, по доллару, по два максимум. $1-$2. Они такие точно. Вот эту открутить бы воду, вылить бы. Ну давай. Так, бля, я тоже вот эти выкидывал все, а на самом деле не надо выкидывать их. Какую я выкидывал? Да, может, кто-нибудь спрашивал вообще ее? Не разу?
называется вообще. Вот кто знал, смотрите, надеваете вот этот вот. Сейчас поставлю, смотрите. Кто знал, одевается вот эти колокольчики. This sound. Колокольчики и звук издается Fort Snake. Змея. Yeah. Ну, you come in. Sound. And snake. See for you. Snake, да, snake? Yeah. Snake. Короче, вот такой вот. Камин. Maybe more sound. More sound put the dog. Very more sound. И все, snake chick. Сразу. Yeah, but... Maybe horses come in. Horses okay, but not a snake. Yeah. Кокушки. 55. Yeah, this leather. This collectible. Пусть лежит. Дальше вот Canon камеры здесь пошли. Тоже оно такая дешевая. Sony больше любит. А, вот, вот эти вот накрывать. Эти накрывательные. Fire. Finish fire. Hop. Maybe 10 piece. 10. Кому? Тебе? So then I'll take it. This puppy. This anime is my puppy. I'll take it with that? No. 10 small, I said. Ready? Orange. 15 take. Okay. I'm coming back. Okay. Thank you. Give me. Come on, dude. Casio. Где вы здесь? Вот, смотрите, вот такие Casio, часы VR. Продаем $10. За $10 отдадим за эти. Разные есть, вот здесь разные часы. 45. Yeah. You buy here 15 and this 35. I give you 15 and 35. Okay. This is good. This sold the one, no more, and same price. Так что вот так продадим, сейчас покажу. Вот этот 15, это за 35 отдаем. Набор, вот он, смотрите как. Набор из вот таких вот штук. Они на самом деле очень качественные. Это старый еще металл. Старый металл. Самолеты. Маски. Короче, вот такой движ Париж. Кому интересно, напишите комментарии. Я на вторую серию пока досниму. Что интересно, пишите, друзья. Давайте, все, пока. И подписывайтесь, лайки ставьте. А мы дальше здесь на Санпете смотрим.